Всем хай, с вами Гоствульф, и сегодня мы будем продолжать играть в Hotline Miami. Я прошел наконец эту злосчастную миссию. Ладно, неважно. У вас одно новое сообщение. Привет, это Джейн. Было приятно снова тебя увидеть. Как насчет свидания сегодня? И заедь за мной на 158 улице, около 9, окей? И надень какой-нибудь милый костюмчик. Сегодня мы идем в классное заведение. Ну, давай, наденем что-нибудь миленькое. Пранк-кол. Не бойтесь умирать, совет. Охуенный совет. Вот она шо, собственно. Меня здесь все боятся. Охрана! Охрана! Слушайте, сэр, прошу, не убивайте меня, пожалуйста. Я сделаю все, что угодно. Интересно. Север 87-й улицы? Так вот, где вы прятались. Другое развитие событий. Тоже выиграет. Убирайся, если не хочешь умереть. Пусть так и будет. Все же так просто, серьезно. Тебе не повезло. И вот, блять, вся... Серьезно? Вот так кончалась бы первая часть игры? Интересно. Ну ладно. Показывают разное развитие событий. Блять, мне нравится. Только жалко то, что главного героя-то убили нахуй только что. Я лично. Это, знаете, неприятненько. Ну ок. То есть сейчас мы все крышуем, да? Возьми телефон, блядь. У вас одно новое сообщение. Привет, это Бен из салона похорон Майами. Хочу сказать, что заказанное вами надгробие готово к отправке. Если повезет, вы получите его. На этой неделе. Пойдем быстрее забирать надгробие. Хе-хе-хе-хей. А для кого, собственно, гробье? Для главного героя? Он что, узнает? Резолюшн. Вот она, баба. Куда-то побежала. Стой, сука. Она исчезла. Что это? Здорово, пацаны. Что здесь происходит? Кто вы такие? Нихера. Что здесь происходит? Мы играем в игру, а ты? И ты уверен, что... Чего, блядь, перевода нет? Такого быть не должно? Я думаю, это подразумевает то, что игра окончена. Это вы звоните по телефону? Что за тупые вопросы? Ты реально хочешь это спросить? Чё тебе типа надо, козел? Ты не хочешь знать ничего. Зачем вы это делаете? Мы устали. Чего, блять, я не понимаю, как переводить эту хуйню. Надо
Пиздец. А, типа они... ты представляешь, какие деньги здесь крутятся. Мы не можем перестать это делать, типа, понятно. Зачем вы убиваете людей? Мы никого не убиваем, мы... нихуя не понял опять. Последние слова. Типа, пошел нахуй. Да, пошел нахуй. Окей. Я и пришел нахуй. До свидания, блядь, уебки. А вот теперь и все точно. Все. Финал. В общем, сейчас скачаю новую часть и начнем новую вторую часть. И вот мы начинаем играть в Hotline Miami 2. Наконец-то. Ну, это обучение, в принципе, как обычно. Я уже все знаю. Играем с какого-то жирного мужика, потного, наверное. Ой. Снято. Отлично снято. Хорошо, народ. Переснимем завтра, поэтому оставайтесь в роли. В четверг снимаем сцену, где ты несешь ее в свою машину. А, это, блядь, даже нереально было. Теперь вы двое. Свинтус, неплохо, но не бойся быть грубее. Ты же убиваешь людей, сделай вид, что ты действительно бьешь их. А тебе, блондиночка, нужно поработать над женственностью. Веди себя более беззащитно и испуганно. Ну, знаешь, включи девочку. Теперь идите домой, отдохните. Жду вас обоих завтра, хорошо? Новая игра. Начнем. Экспозиция. Первый акт. Чувак, это вечеринка, отстой. Я, бля, ненавижу этих людей. Кто пригласил всех этих идиотов? Ребят, что думаете насчет вечера? Мы сделаем это? А почему бы и нет? Я устал от этого дерьма. Да, сделаем это. Оружие в машине? Значит, мы действительно делаем это. Да, идем и сделаем это. А в какой именно машине? Можно вопрос задать? А, здесь нормально. А, то есть у нас своя банда теперь? Нихуя. Окей. Кори, выходи из машинки, разбирайся с ними. Ух ты, бля, вот это сначала. Так, мне очень нужен главный герой. Пошло дело, бля. По такую музыку не хочется ничего говорить, хочется просто слушать.
Фу, это было вообще охуенно, охуенно. Я так давно не играл во вторую часть, пиздец. Я уже ничего не помню. Это просто бомба, реально. О, привет, Тони, давно не виделись. Сейчас я буду играть только Тони. Так, я за медведя играю почему-то. Поздравляем с Хэллоуином, сэр. Вы заказывали 3 пиццы, верно? С вас 4.50, 14.50. Ваши пиццы на прилавке слева от вас. Приятного аппетита и остерегайтесь привидения. Пока. Так, что же у нас тут дальше? Кто-то моет руки. Умывает, вернее, да? Уже уходишь, выглядишь неважно. Ты в порядке? Ой, тяжелый день, ты не поверишь, что заставили меня делать. Мне лучше пойти домой и хорошенько поспать. Ладно, спокойной ночи. Тебе тоже, милашка. В другую сторону. Видимо, я играю за следователя сейчас. Интересно. Так, надо чуть-чуть потише сделать себя, а то пиздец вообще нихуя не слышно. Ой. Нихуя себе, следователь. Нихуёвый такой следователь. Блять. Здесь кровь более реалистичная, мне нравится. Прям остаются лужи. Ты нихуя. Бомба? Где? Охуета. Вообще, бля, лохи ебаные, нахуй. Покрошил, бля, как мне хоть делать, бля, ебаный барон, нахуй, я ужу. Опа, здравствуйте, пацаны. Бросай оружие, ложись на землю, сейчас же! Не стреляйте, детектив. Вот мой значок. Извините, сэр, опустите оружие, парни. Что тут произошло? Мы слышали выстрелы. Ну да идите, взгляните сами, это кровавая баня. Чувак, порой я ненавижу этот город. Ха-ха, мы прикидываемся обычным детективом. Но на самом деле, я нихуя не детектив, я убийца. Или это фильм? Я не понимаю. Ебать, у меня дом высокий. Ебать. Опа, ебать, здорово, пацаны. Еще одно убийство. Да, кажется, у тебя завелся серийный убийца. Тот же почерк, что с парнем, найденным на прошлой неделе. Послание и прочее. Я не виновен, меня заставили. Да, конечно. Первый раз такое слышу. Этот парень, наверное, какой-то психопат, да? У меня мороз по коже. Однако журналисты взвоют от радости, зуб даю. Чертовы стервятники. В городе столько убийств происходит, сомневаюсь, что они даже заметят. Мне нужны... Им нужны бочки крови, чтобы они хотя бы пальцем пошевелили. А тут все уже слишком стандартно, без кровавых подробностей. Боже, в этом городе поневоле станешь бесчувственным. Я родился бесчувственным. Ну ладно, есть какие-нибудь улики? А, да, и, в общем, нет. Ему перерезали горло, оружие убийства пока не обнаружено. Никаких отпечатков пальцев, свидетелей, ничего. Я сообщу, если мы что-нибудь найдем.
Окей. Ну, я отправлюсь в участок, начну оформлять бумаги. Отлично, приятного вечера, сэр. Ну, это мы еще посмотрим. Приятный будет вечер или нет. Не знаю. Да. Интересно. А, это все-таки фильм был. Ну, ок. А что же было до этого? Интересно так. Опа, кто это у нас моется? Чем-то странным. Добрый день, это Эрик из компании Авторемонт Майами. Я звоню сообщить, что мы закончили обслуживание. Алло, кто это? Дай мне поговорить с своим начальником. Заскочи на 12-ю авеню и забери. Эй, я тут разговариваю. Мы гарантируем вам лучший сервис в городе. Не смей вешать трубку, черт тебя дери. Что, блять, за неуважение? Блять, мне его ебальник прям пиздец нравится. Хардбас мне, я прочитал, это хард ньюс. Не, ну какой, блять? У каждого своя маска, что ли? Здравствуйте, мы не забыть твою маску. Блять, не успел. Есть еще кто-нибудь? Есть, конечно. Калаш, вау. Бар рубит, песня прям. Блять, еще один откуда взялся? Больше никого. Вот и все. Блять, охуенная игра.
круто, четко, заебись. Давай, запрыгивай. Затем хотя бы, блядь, можно пропускать все. На, змеи, блядь, ебаные, нахуй не нужно вообще. Ладно, не суть. Так, кто это? Здравствуйте, добро пожаловать. Чем могу помочь? Хочу сделать татуировку. Хорошо, что-то определенное. Хочу флаг конфедератов прямо здесь на плече. Ладно, дай глянуть. Хорошо, подходи в следующую пятницу в 2 часа, окей? Пятницу? То есть как? Ты не можешь сделать сейчас? Мне нужно сегодня. Сегодня особенный день. У меня праздник. Извини, босс, не могу тебе помочь. У нас все по расписанию на несколько дней. Да ну что за сервис? У тебя тут такой, блядь. Ты только что потерял клиента, свинья русская. Ну, как скажешь. О. Я хотел бы представить следующего гостя нашего шоу. Прославившийся участник в таких блокбастерах, как «Синий океан», «Спокойствие» и «Страна деревьев». Приветствуем, Мартина Браун. Привет, Мартин, как ты? Хорошо. Твой последний фильм в чем-то стал для тебя шагом в новом направлении. Многие этим удивлены, кое-кто даже объясняет тебя продажности. А что ты можешь ответить на это? Продажности? Что вы имеете в виду? Ну, люди говорят, что полуночное животное — это просто еще один слэшер. Я не соглашусь. Я хотел сделать это очень давно. Убивать детей, душить их, ломать людям черепа, взрывать им глаза. Ну, слушай, как они кричат, смотреть, как они умирают в агонии. Я наконец-то могу делать это. Хорошо. Не смотри на меня так. Что? Я понял, это сон, верно? Что вы имеете в виду? Это все, это просто сон, правда? Я не понимаю. Ладно, пауза. Опа. Ты думаешь, это сон? Ну тогда, может быть, время проснуться? Кто ты? Кто я? Я не тот, у кого берут интервью, верно? Думаю, это я должен задавать вопросы. Это кино, которое ты снимаешь. Ты знаешь его по концовку? Мне кажется, в конце сюжет делает довольно резкий поворот. Сомневаюсь, что он тебе понравится. Вообще-то, думаю, он никому не понравится. Может быть, тебе стоит уйти, пока он еще не слишком поздно. Я так не думаю. Тебе действительно нравится причинять людям боль? Это просто фильм. Просто фильм? Это лишь одна из точек зрения. Что-то сейчас будет? Меня убьют? Она куда-то убегает. Интересно. Кто там? Блять, менты. Кажется, прибыла полиция. Видимо, девушка не встанет тебя. Ну уж иди с ними добровольно. Она не отведут тебя к ней. Это то, чего ты хочешь, верно? Стойте, сэр! Мы пришли арестовать вас. Вы должны пойти с нами. Мы отведем вас в участок. Вы понимаете, о чем я говорю? А на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Пишите коммент под видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Не забывайте про новые ролики, поставьте колокольчик рядом с подпиской. Всем спасибо, всем пока. Бан, блять.